Канал «Наши города» уже 5 лет работает в сети IPTV. Вещает он на территории всего Ханты-Мансийского автономного округа, а местное телевидение остается своим зрителем только на отдельной кнопке. Канал «Наши города» – это канал собственного программирования. Специально для вас, наши уважаемые зрители, мы подбираем художественные фильмы, мультипликационные фильмы. Помимо этого, так как канал 24 часа в сутки вещает, мы можем показывать фильмы собственного производства, которые вам полюбились, повторять новости, ну и другой контент, который производит медиахолдинг. В Лангепасе нас можно смотреть на 22-м канале в сети Ростелеком и Метросеть или 176-м канале в системе Dancer. В Урае 22-я кнопка Ростелекома и провайдера оптоволокно. В городе Покачи вещание на 22-м канале в сети Ростелеком и Телематика, а также на 31-й кнопке Net by Net холдинга. В Кагалыме канал «Наши города» вы найдете на 22-й кнопке в системе Ростелеком и Метросеть. Кроме этого, жители культурной столицы Югры продолжают смотреть местные программы на канале СТС. Наши новости транслируются 5 раз в день. Кроме того, с переходом на 22-ю кнопку у медиахолдинга «Западная Сибирь» появилось больше возможностей для собственного эфира. А канал «Наши города» – это канал невероятных возможностей. 24 часа, вы сами понимаете, мы можем делать все, что захотим. А возможностей, таланта у нас хватает, поэтому смотрите нас на канале «Наши города», смотрите фильмы, сериалы, смотрите новости, развлекательные программы и будьте всегда в курсе тех событий, которые происходят в вашем городе. Зрители уже оценили преимущества собственного канала, как те, кто только подключился, так же и кто с нашими городами дружит на протяжении многих лет. В период самоизоляции наша семья проводит гораздо больше времени перед телевизором, чем обычно. Нас интересуют новости всего округа, не только родного нам Кагалыма, но и городов Урая, Лангепаса, Покачей. Поэтому довольно давно мы подключили канал «Наши города». «Наши города» позволяют нам быть в курсе всех событий. Смотрим, нам интересно и вам рекомендуем. Сергей Ефимцев, Николай Гаркуша, специально для новостей.